красиво в лесу. Вот, пожалуйста, уже плавки цветут. Птички чирикают, листва распустилась. Смотрю, где бы лучше проехать. Не спеша, не спеши, ибо вовек догнать того, что должно уйти от тебя, а чему суждено, все равно не минует. Так, все же. Наверное, попробую. Ну вот, встретил довольно внушительную копию. Посмотреть, что за копия. Ой. Пигматитик. Пигматитик. Не такой ярко выраженный, но вот и кварчик тут есть. Дедушки работали. Комары повылазили. Как теплее станет, так все, труба, держись. Поэтому я и не люблю лето. Какая-то слюна еще слабенькая. Вот сюда бы встать, но слетишь в эту яму. Мало не покажется. Посмотреть хоть что деды тут добывали. Пигматит. Ну а раз пигматит, значит, тут может все быть. Доберело. Ну, как правило, дымчат, натист может. Пигматит. Ну, давай хоть какой-нибудь тут с дымчаком покажи, чтоб поверить хоть. Да, мол, работали тут, было что-то. Да сейчас никто не будет такую глубину бить. И захотел бы, да не дадут. Вот вал ничего сбрасывать не будем. Ой, вот вал, говорю, вниз в копь. Их чистить, наоборот, надо, да людей пускать. Пусть смотрят, пусть сами пробуют. У нас все через не то место сделано. Налоги бы платили. Сами бы что-то имели. Комарики, комарики. В воздушном шарике. Фу ты.
Не вижу, надо еще одни очки. Гранат, что ли, мелкий? Не пойму. Какая графика мелкая здесь у пигматита. Так же, как у Ежакова на копе Занора. Но там красивая. Ладно. Откопали теперь. Зароем обратно. Чтоб ландшафт не портить. Ну ладно. С другой стороны посмотрим. Так, это на продолжение живо еще одна яма. Блоки. Вот, пигматитик, шпат. Вот на такой камень смотреть, это на рисунках все ясно, а здесь вот видно, что пигматит. Но здесь вот ближе к краю уже породы, а здесь можно видеть, что шпат начинается. То есть если вот так вот встретите жилу, то ясно, что вот с этой стороны будет самое вкусное это место. Не здесь вот. А вот здесь. Вот видите, какой пигматит? Вроде и на пигматит-то не похож, но тем не менее. Червячки, они и есть червячки. Пусть не такие отчетливо выраженные, но... Какая-то нора. Не буду эксперименты ставить. Укусит потом. Обратно возвращаться. Вот пигматит. В общем, тут проходит пигматитовая жила. Однозначно. Видите, кварчик тут. Вот кварчик. Кристаллик кварца прилип. Махонький. Это вот разведочная канавка. Жилу подсекали. Обнаружили тот же пигматит. Значит, жилка. Вот. Получилось тут. Хорошо, перпендикулярно жили. Жила вот идет. Вообще, конечно, если придется вам сталкиваться с этим, то
увидите, если пару ямок, проведите через них прямую. Как бы это нагляднее-то. Здесь дерево мешает. То есть вот я сейчас стою практически на одной яме. Где она? А, вот. Вот видите, там яма далеко. И здесь я на яме стою. Ясно, что жила вот она. Вот так вот идет. Можно будет посмотреть самый конец жилы. Тот край или противоположный. Может быть, слабенькое что-то там и осталось. Деды в основном вкусно работали. Вот прямая. Несколько ям как раз пожили. Вот она туда, туда идет. Вон туда дальше. Ну вот видите еще пигматит. Вот это пигматит. Вот червячки тут всякие. Ихтиоглипты, кварцы. А вот, вот. А здесь уже шпат пошел. Шпат. Видите, ядро идет такое. Много кварца. Вот по этому кварчику нужно идти. Вот шпат тоже. Ой, какой красавец. Какой красавец шпат. Так что однозначно тут работали. Работали красиво. А вот ядро кварцевое. Это не кристаллы. Нет. Хотя вот, смотрите, уже минерализация видна. Вот. Гранька кристалла. Дымчатого кварца. Вот. Вот он вот так вот идет. Больше, больше вот это вот хозяйство. И по нему глубже заглубляйтесь, заглубляйтесь. Опа-на, изонор. Это что у нас? Это шпат, а здесь мусковит, что ли? Ну, слепой. Нет, шпат просто так обломился. Да. Это что ли топазница? Да. Большая работа. Пигматит. Пазница. Не значит, конечно, топазы. Дымчак, может быть. Раух топаз. Называли раньше так.
Да. Самое интересное место из того, что я сегодня видел. Обходить не охота, лентяй. Вот хуарчик. Интересно. Наверное, аметист может быть. Ой. Видишь, какой. Видите, какой пегматит. Вон. Шпат идет. Да. Ну вот кварц, пожалуйста, копай за ним. Ой, бля. И такой кварц, и такой. Все, иду одеваться, сожрут гоминиданосы.